Парк «Воронежские озера» – одно из любимейших мест для прогулок у жителей промышленного района. Здесь и раньше было хорошо, а теперь станет еще лучше, говорят горожане, ведь этой весной в парке начали благоустройство. Теперь самарцы ждут, когда можно будет прогуляться в любимом месте. Но признаются, что строителей не торопят. Жители хотят, чтобы все было сделано качественно, на века. Не надо торопиться, пусть сделают, как говорю, положено, а мы, конечно, будем радоваться за наш город и гордиться им. Подрядчики начали работы 2 недели назад с опережением графика, как только позволили погодные условия. На объекте трудится 20 человек и 6 единиц техники. Сначала рабочие демонтировали старую чашу фонтана и инженерные коммуникации и приступили к земляным работам. На данном объекте конфигурация фонтана будет сохранена. Изменен порядок фонтана, он будет сухой, то есть замкнутого цикла. Благоустройство парка проведут в несколько этапов в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда». В прошлом году в рейтинговом голосовании эта территория оказалась среди лидеров. За преображение Воронежских проголосовали более 23 тысяч самарцев. В текущем году у нас предусмотрена реализация первого этапа, который в себя включает устройство входной группы со стороны дублера Московского шоссе, которая будет включать в себя зону входную с реконструкцией фонтана и, соответственно, устройством освещения малых архитектурных форм, газонов, тротуаров. Первый этап благоустройства парка планируют закончить до 1 сентября. Также в этом году начнется благоустройство сквера имени Куйбышева, сквера ЗАГСа в управленческом, парка Молодежный и сквера на Ташкентской. А какие территории будут преображать в следующем году, самарцы смогут выбрать на рейтинговом голосовании, которое пройдет с 15 апреля по 30 мая на платформе 63.городсреда.ру. Мария Левина, Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.